Сегодня в 4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Что, не ждали? Драпайте сама! Ассаламу алейкум, қадірлі фахрилер ва азиз юртташлар. Хумо арена, мухташам муз сарайда барчангизни көріп тургенімізден бенихоя бахтиёрмиз. Хуш келіп сізлер, азизлер. Добрый вечер, дамы и господа, дорогие друзья. Добро пожаловать на Хумо арена. Сегодняшнюю концертную программу будем вести мы. Диктор национальной телерадиокомпании Узбекистана Надырхан Мухаммедханов. И моя прекрасная соведущая, заслуженный работник культуры Узбекистана Дильдора Рустамова. Сегодня не просто красивый концерт, сегодня мы встречаем очень важный праздник в истории нашей страны. Пойтахтымыз маркезді махобатли спорт мачмасы хсопленмыш Хумо Арена коп функциали спорт сарайнинг ачылышы ва фаулиятыны башлап юборгены мунасабаты билан Узбекистан Республикасы Президенты Шавкат Мураманович Мирзиёевке чексиз миннатдорчилигимизни исхор этишке ижозат эткайсиз. И действительно, этот дворец явился результатом масштабных реформ и динамичных преобразований, реализуемых в Узбекистане, где безусловным приоритетом является воспитание физически здорового и гармонично развитого молодого поколения. Ва бугун 9 май, хотра ва кадрлаш куни арафасида, халқимизнинг буюк ғалабага қўшган муносиб ҳиссаси ҳақидаги давлатимиз раҳбарининг эътирофи ҳар қачонгидан-да аҳамиятли десак тўғри гапни айтган бўламиз. Урушда 500 мингдан зиёд ўзбек жангчилари ҳалок бўлган. Уларнинг ҳар учинчиси 18 ёшга тўлган сафарбар қилинганлардир. Узбекистан принял около 1 миллиона человек, в том числе 200 тысяч детей, которых жестокая война лишила крова, родных и близких. Самоотверженный труд отцов и дедов в тылу в годы войны является для нас, молодого поколения, ярчайшим примером мужества, отваги, благородства, любви и преданности к родине. Уруш хақидаги ҳақиқат унутилмаслиги лозим. Ватанпарварлик ва фахр. Ота-боболарымыз хотирасини шарафлаш, президентимиз томонидан белгиланган бош юналиш. Джасоратли узбек халкынин келечагини белгилоучи юналиштир. И позвольте низко поклониться и выразить огромную благодарность вам, уважаемые ветераны, за сегодняшнюю нашу мирную и благополучную жизнь. Бундан 74 йил аввал 2-чи жаҳон уруши устидан ғалаба қозонилди. Ва бутун дунё бундан буён ер юзида тинчлик, тотувлик ҳукмрон бўлишига ва албатта инсонлар осуда ҳаёт кечиришига умид боғлади.
И сегодня нам с вами под силу сохранять это небо мирным и смотреть в будущее с оптимизмом. Азизлар, зеро бугунги концерт дастурымызнинг асосий гоясы хам айнан мана шу. Икинчи жахон урушида халок болган юртдошларымыз хотрасыны ёд этиш. Олоули жангохлардан омон кайткан боболарымызге. Фронт ортида огыр кунларны сабыр бардош билан йенген ва бугун биз билан бирге болган барча фахрийларымызге эхтиром көрсөтүш. Действительно, наша жизнь стремится вперед. В нашей республике появляются вот такие вот уникальные спортивные сооружения, дающие возможность молодежи все ярче идти по пути самореализации. Концерт открыл номер памяти и скорби об ушедших защищать свою землю. У нас фигурали учишь бойча джахон юлдузлары, Европа ва джахон чемпионлары Маргарита Дробязко ва Повелос Ванагас иджроетшты. И сегодня, кстати, мы испытаем целую гамму чувств. От печали и грусти до радости и даже страсти. Зеро бугун барча санъат юлдузлары джам болышады. Қолаверса, азизлар, икинчи жахон урушу фахрийлары хам бугун биз билан биргаликда ушбу дастурда иштирок этишияпти. Чиройли олқишларингизни сўраб қоламиз улар учун. И это значит, что сегодня все песни для них, в том числе и та, которая прозвучит прямо сейчас. Шундай экан, азизлар, кутуб олинг, сахнада Узбекистон халк артисты Озодбек Назарбеков. Встречаем. Vatan ona merosdir, ota merosdir. Uni jonday asramoq mardlarga xosdir. Mangu berdiman, mangu aytmog'im rostdir. Ulug'vor niyatlarga kor qilmas ajal. Kim yurtidan yovni quvsa, mendirman o'sha. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir shanim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdir azal. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir shanim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdiri azal. Kim yurtidan yovni quvsa, mendirman o'sha. Kim yurtiga sodiq bo'lsa, mendirman o'sha. Kim yurtidan yovni quvsa, mendirman o'sha. Kim yurtiga sodiq bo'lsa, mendirman o'sha. Yeah.
Ассаламу алейкум, азиз, қадірлі юртдошлар. Барча уруш ва мехнат фахриларини чин қалбимиздан муборакбод этамиз. Ўзбекистон диёрида сиз азизларни албатта ҳамеша қадрингиз ва қаддингиз баланд. Байрамингиз муборак бўлсин. Чин қалбимдан яна бир бор табриклайман. Раҳмат, саломат бўлинглар. Надо признать, что сегодня каждый из нас переполнен особым чувством благодарности в адрес наших ветеранов, ведь мы всегда помним ваш подвиг. К сожалению, война коснулась практически каждой семьи. С пожелтевших фотографий смотрит прямо в душу, смотрит на нас, живущих сегодня, и будто говорит: «Цените мир и каждое мгновение этой жизни». Фурсаттан фойдаланып көрсәткән джасаратингиз, бардошингиз ва қахрамонликларингиз учун барчангизге озимизнинг самими миннатдорлигимизни изҳор этамиз. Бахтимизга ҳамеша бор бўлинг, соҳ-саломат бўлинг, азиз фахрийларимиз. Мы желаем простой человеческой радости, человеческого счастья, а значит мира и добра, уважаемые ветераны. Байрам муносабати билан ўтказилаётган тантанамизни эса давом эттирамиз. И позвольте посвятить всем вам очень красивую песню. На льду чемпионы России, Европы и мира Мария Петрова и Алексей Тихонов. На сцене заслуженный артист Узбекистана Севара Назархан. Звук дрожит у губ желанной пристани, и где глаза твои стрижи, и где глаза твои стрижи скользят по небу. Волос не затуманит белый день, где сосны от янтарных слез, где сосны от янтарных слез удрет заботливый аллей. Я только там, где ты порой на дверь глядишь с надеждою, и как ребенок с детворой, и как ребенок с детворой, ты лепишь бабу снежную. Там нет меня, где пароход в ночи надрывно прогудел, где понимает небосвод, где понимает небосвод, что без себя на сироте. Я только там, где нет меня вокруг тебя, невидимый. Ты знаешь, без тебя ни дня, ты знаешь, без тебя ни дня прожить нельзя.
Мария Петрова, Алексей Тихонов, чемпионы России, Европы и всего мира, пожалуй. Спасибо вам большое, ребят. Дорогие мои, любимые мои сограждане, друзья, товарищи, братья, сестры, всех нас хочу попросить, чтобы вы помнили, что есть этот день, что он никуда не девается, и Худо-Ходосов будет с нами еще долго, день памяти. Всем ветеранам, всем погибшим, всем тем, кто отстоял эту победу во всем, во всей стране. Всем им низкий поклон и эти песни. Самое малое, что можем мы сделать для них. Соболи Легенда Рахмат! И наши дорогие фигуристы Узбекистана танцуют для нас. Соболи Легенда. Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края на край. Друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега до неба прошла. Ветер весенний ночной принесет себе вздох от меня. Ты погляди, планеты. Ваши аплодисменты! Праздником! И молодые талантливые фигуристки. Браво! Дорогие друзья, как вы уже успели заметить, сегодня мы говорим сразу на нескольких языках.
Айнан, біз бүгін мусиқа, қошық ва рақ сіліді гепләшепміз. В предвоенные годы практически весь Советский Союз слушал одну незатейливую мелодию, причем написана она была даже не советским автором. Жүдем тұғыры бұл қошық 1930 елді Берлинді яратылген болып, соңғы бұтын дүния бойлап машхур болып кеткен, хатта ки Совет Итфақыда хам. Уверен, она захватит сейчас и вас. На льду многократная чемпионка Сербии, призер и победитель мировых соревнований Елена Йованович и чемпион мира среди юниоров, победитель серии Гран-при, чемпион универсиады Надари Майсуридзе. Рио, Рита! Рита! Когда любовь не в силах молчать, да он такой галантный, но держусь, с ним держусь, я прохладна. Не может девчонка любовь свою ничем выдавать. Столько приятных минут впереди, мой милый друг, ты скорей приходи. В парке оркестр заиграет опять, нас приглашаем вновь с тобой танцевать. Придет скоро вечер, накинет он пиджак мне на плечи, споет под гитару и ландышей подарит букет. Вся печаль забыта и звучит Рио Рита. И наша песня, и музыки прекраснее нет. Все печаль забыта, и звучит Рио Рита. Любви наша песня, и музыки прекраснее нет. Рио Рита, Рио Рита, и музыки прекраснее нет. Как это ни странно, но у войн обычно много песен, и далеко не всегда это марши и героические произведения, поднимающие в бой. Жүдем тұрайтынгіз, бұндан ташқары сокин ва нафис қошқылар хам болген. Аскерларымыз дам олеткен чоғларды, манышындай сокин тараналарны ешткенді, қалплары умитке толген. Ва албатты бұ қошқылар уларге күч-куват бағышлаген болса хам ажап емас. Как известно, «Синий платочек» пели Вадим Козин, Лидия Русланова, Клавдия Шульженко. Бүгін ұшбу қошқылар хам оханглигіді оз рақсларыны фигурали учш бойчы джахон юлдузлары Маргарита Драбяска ва Повилас Ванагас иджро етеділер.
Маргарита Дробязко Ваповилас Ванагас. Ajoyib raqs uchun tashakkurlarimizni izhor etamiz. Azizlar, bilasiz, san'at osmonida yulduzlar ko'p. Lekin biz hozir sahnaga taklif etmoqchi bo'lgan san'atkorimiz ishtirokisiz hech bir harbiy bayramlar o'tmaydi desak, chin haqiqatni aytgan bo'lamiz. Да и вообще любой праздник, ведь его песни создают настоящее чудесное настроение. Не каждому автору такое удается. Azizlar, kutib oling, diyorimizning aziz mehmoni, Россия халк артисты Олег Газманов. Привет, друзья! Привет, Ташкент! Как на сегодня большая честь и большое удовольствие быть с вами. Я очень надеюсь, что вы будете со мной тоже и подпоете, чтобы я вас слышал, потому что вы так далеко от меня, я вас практически не вижу. Меня слышно, видно? Ну, тогда поехали. Помнишь, как в степи гуляли? Не-не, стоп, не пойдет. Я специально придумал вначале такую песню, чтобы можно было и по-русски, и по-узбекски спеть. Да вот это хей-хей-хей, вы пойте по-узбекски, только чтобы я слышал, ладно? Да? Так, я буду дирижировать, чтобы это синхронизировалось все. Еще раз, поехали. Помнишь, как в степи гуляли? Отлично. Ну теперь все вместе, вместе с группой «Эскадрон». Поехали! Помнишь, как в степи гуляли? Выбирал ты сам себе коней. Твой последний конь, дьявол и огонь, за тобой всегда готов был в бой. Помнишь, как тебя любил он, гордо под тобой ходил он, как из рук твоих хлеб и соль он ел, был в бою так безнадежно смел. Выше руки, больше жизни, поехали! Оставить друга, помнишь, как жестокой вьюгой, кровью ран своих он тебя согрел, нес вперед и ранил, и хрипел. Бились-бились волны за кормой, тихо таял берег твой родной, и морской прибой залил огня, отражал от влажных глаз коня. И вместе. Есаул, Есаул, что ж ты бросил коня? Пристрелить не поднялась рука. Есаул, Есаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака. Есаул, Есаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака. А теперь он спутанный стоит, занесенный хлыст над ним дрожит, разорвать ремни не хватает сил, конь мушту в железной закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет, знать, куда табун коней несет, времени хлысты подгоняют нас, дали нам с конем последний шанс. Есаул, Есаул, что ж ты бросил коня? Пристрелить не поднялась рука. Есаул, Есаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака. Есаул, Есаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака.
седлом чужака. Так, а что так тихо на зале? Так, а где шум? Где праздник? Так, поем все вместе громко. Есаул, Есаул, что ж ты бросил коня? Пристрелить не поднялась рука. Есаул, Есаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака. Есаул, Есаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака. И твой конь под седлом чужака. Спасибо, друзья, спасибо. Группа «Эскадрон» с нами. Вы знаете, сейчас будет песня, которая для меня, наверное, главная не только в сегодняшнем концерте, а вообще за последние годы. Я ее написал от впечатления международного движения «Бессмертный полк». И я прошел в составе «Бессмертного полка» с портретами своих родителей, своей мамы, своего отца, которые дошли. Отец дошел до Берлина, а мама закончила войну на Халкинголе. Вы знаете... И когда я шел в составе «Бессмертного полка», у меня было ощущение, что это я, «Бессмертный полк». Он в каждом сердце из тех, кто шел вместе со мной. Я думаю, что мы не дадим переписать нашу историю, нашу совместную историю. Я думаю, что пока наши потомки, наши внуки, правнуки, праправнуки будут идти с пожелтевшими фотографиями своих предков, героев, мы все будем бессмертны. Мы – «Бессмертный полк». Спасибо вам, друзья. Мне, наверное, впервые так, чтобы новую песню так здорово принимали. Спасибо за ваши огоньки, которые там светятся. Они очень греют наши сердца. Сейчас будет моя любимая песня. Я вообще люблю прилетать в Ташкент, в Узбекистан, потому что здесь
всегда ясные дни, по крайней мере для нас. И я увожу эти дни в Москву вместе с вами. Всем ясных дней, хорошего настроения. Поем вместе. Как же так получается, все так быстро кончается, и не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь подруга упрямая, но держать спину прямая буду, что бы ни случилось, от зари до зари. А я ясные дни поем, оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. Паруса мои белые, как подруги умелые, ловят ветер души моей в суете моих дней. А я убью тебя, милая, моя грусть ж закрыла я, если будешь мешаться мне, словно муха в вине. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. Веселее, ребята, больше жизни. Че, давайте какой-нибудь флешмоб устроим, ручками вот так помашем. Все, все, все. Вот, кстати, та сторона, которая наиболее активна, туда я ближе и подхожу. Как вы там? Так, а там как вы будете петь? Небеса мои светлые и подруги заветные. Подруги, вы меня не оставите, нет? Никогда, никогда. Как же так получается, моя песня кончается, а моя жизнь продолжается и бурлит, как вода. А я ясные дни. Вон там громче. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. Вот эта сторона была громче. Еще попробуем. А я ясные дни. А я ясные дни. Сейчас хорошо. А я ясные дни оставляю себе, возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе.
Спасибо, друзья. Еще раз хочу сказать вам добрые слова перед великой победой, перед великим днем победы. И хочу сказать, что для меня большая честь, большое удовольствие быть здесь сегодня. Спасибо за приглашение. Я всегда рад, когда попадаю в Ташкент. Здесь всегда не просто хорошо и дружелюбно, а здесь очень вкусно. Очень. Поэтому, что еще хочу сказать? Вы знаете, во время войны, Великой Отечественной войны, почти 500 000 узбеков погибло. Это страшная трагедия. В моей стране, в России, еще больше людей. Но мы тогда были братьями, мы вместе выходили на борьбу с фашистами. Эту песню посвящаю настоящим мужчинам, потому что есть такая профессия – Родину защищать. В глаза нам глядят, вновь уходят ребята, растворяясь в закатах, позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Так куда ж вы уходите? Может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Спасибо вам огромное. Вы знаете, мне очень сложно, потому что я вынужден здесь сделать короткую программу. На самом деле у меня много, столько песен, что не помещается уже в 3 или даже 4 двухчасовых концерта. В этом году мы справляем, наша группа, я справляю, 50 лет уже на сцене. Я сейчас хочу спеть песню, которой уже 30 с лишним лет.
Спасибо! Спасибо! Поистине всенародно любимый Олег Газманов, группа «Эскадрон». И наши замечательные хоккеисты хоккейного клуба «Бинокор». Во-первых, сегодня для меня большая честь, большое удовольствие быть здесь, в Ташкенте, и праздновать вместе со многими известнейшими артистами из России, и Узбекистана, и спортсменами, великими спортсменами. Праздновать этот великий день, День Победы. Поэтому сегодня особенный праздник, особенный концерт. И, кстати, я впервые здесь, на этой великолепной арене, такой технически оснащенной. Вот. И когда огромная часть людей вот сегодня, да, поет вместе со мной мои песни, ну, для композитора выше счастья просто нет. Вот. Я очень тронут, особенно песней «Бессмертный полк», когда люди вставали еще вот первый раз, слышав эту песню. Как пели хором офицеры и как меня принимали. Поэтому, конечно, что я могу пожелать? Можно пожелать замечательной солнечной стране, Узбекистану, Ташкенту, вообще всем жителям и ветеранам, молодежи, пожелать вот таких ясных дней, которых нам так не хватает в Москве. Вот я сейчас их туда повезу, в Москву. Азиз достлар, бугун концертимиз давомида turli hissiyotlarni his etishimiz mumkin. Mana hozir Oleg Gazmanovning jo'shqin va jiddiy qo'shiqlaridan so'ng dasturimizning hajviy sahifasiga o'tamiz. Без печали не бывает радости, а без Алексея Ягудина не бывает ни одного настоящего ледового шоу. Humo Arena muzida figurali uchish bo'yicha 4 karra jahon chempioni, 3 karra Yevropa chempioni, Олимпия ойынлары чемпиона Алексей Ягудин ва Бумбараш. Встречаем бурными овациями. Наплевать, наплевать, надоело воевать. Ничего не знаю, моя хата с краю. Ты народ, и я народ, а мне дома Милка ждет. Уж я ее родимую приеду заитираю. Слава тебе, Господи, да настрелять досыти для своей, для милушки. Чуток оставлю силушки. Как за меня матушка все просила Бога, все поклоны била, целовала крест, а сыночку выпала, ой, дальняя дорога. Хлопоты бубновые и ковый интерес. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влетет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Где я только не был, чего я не отведал, березовую кашу, крапиву, лебеду. Только вот на небе я ни разу не обедал. Господи, прости меня, я с этим обожду. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влетет по белу свету? И где награда для меня, и где засада для меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу. Журавль по небу летит, корабль по морю идет. Журавль по небу летит, корабль по морю идет.
журавль по небу летит, корабль по морю идет, журавль по небу летит, корабль по морю идет. Вот ты прыгнул, конь буланай, с этой кручи окаянной, а синяя река больно глубока. Алексей Ягудин. Браво, блестящее выступление. Это, безусловно, не было спланировано, это не по сценарию, но просто мы здесь выступаем, делимся впечатлениями. Друзья, спасибо вам огромное за эту домашнюю, очень теплую атмосферу. И многие из тех, кто сегодня здесь, в этом зале, впервые в Ташкенте, спасибо тебе, жизнь, за то, что дала нам шанс посмотреть на вашу страну, на ваш город. Спасибо вам огромное. И, наверное, сегодняшними выступлениями, программой мы хотим пожелать вам, чтобы всегда над нами было чистое, мирное небо. Низкий поклон всем тем людям, которые дали нам свободу, дали нам возможность жить на планете Земля. Спасибо вам еще раз и низкий поклон. И вам огромное спасибо, Алексей. За море улыбок и позитива. Бог шардан сезеп мы задизлер, кефиатингиз алло. Ва концерт дастуру мы сезлерге йохиепты, шундейма? Как настроение? Вас не слышно? И мы знаем, почему у вас отличное настроение. Потому что сегодня звучат только самые лучшие песни и лучшие хиты. Ва біз хозыр мамнуният білян сахнаге Узбекистан халк артисты Юлдуз Усмонованы таклиф етамыз. Встречаем!
Узбекистон халк артисты Юлдуз Усмонова. Албатта хақиқи шлягер, хақиқи Юлдуз билан учрашганда, икки баравар хушнутлик, икки баравар хурсанчлик болады. Вот, например, песня «Бесса Мамучо», которая родилась в жаркой Мексике в 40-х и стала настоящим хитом в репертуаре, прошу обратить внимание, 148 певцов и певиц, звучит сегодня для нас в исполнении дважды лауреата международных конкурсов Отабеке Турсунова. Музыка ушбу кошка уйгунлаштырылган гозал рақсны, Европа чемпионатының икки кара кумуш медалі соврындары, Сочи Олимпиадасы чемпионы Аделина Сотникова иджро этады. Встречаем! Bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame, bésame mucho. Love you, my darling, and say that you always be mine. My dearest one, if you should leave me, each little dream will take wings and my life would be through. Bésame, bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Bésame mucho. I love you, my darling, and say that you always be mine. This love is something new, my arms enfolding you. Never knew this love before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. My dearest one, if you should leave me, each little dream will take wings and my life would be through. Bésame, bésame mucho. Love you, my darling, and say that you always be mine. Love me forever and say that you always be mine. Аделина Сотникова, которая исполнила блестящий танец под песню в исполнении дважды лауреата международного конкурса Отабека Турсунова. Сегодня стоит отметить тот факт, что 74 года назад весь мир праздновал победу и освобождение. Каждый народ получил возможность строить свое собственное будущее. Узбек халкы азалдан
mehmon do'stligi bilan dovruq taratgan, ayniqsa o'zining mashhur qo'shiqlari bilan xalqimizning qalbiga olam-olam quvonch hadya etishni niyat qilgan san'at yulduzlarini ochiq chehra bilan qarshi olib kelishadi. И сегодня в нашем праздничном концерте также участвуют легенды итальянской эстрады. Встречаем под бурными аплодисментами. Группа Рики Повери. Un grande saluto dall'Italia. Большой привет из Италии. Un bacio grande grande. Огромный поцелуй.
Noi siamo molto orgogliosi di trovarci quest'oggi qui con voi. Мы очень польщены, что сегодня находимся вместе с вами. E lo siamo soprattutto perché avete scelto noi. И особенно мы рады, потому что вы выбрали нас. Per festeggiare questa giornata tutti insieme. Чтобы отметить такой важный праздник все вместе. Perciò abbiamo dei nuovi amici. И поэтому у нас есть новые друзья. Grazie. Grazie. Adesso una canzone d'amore.
Viva l'Uzbekistan! Да здравствует Узбекистан!
One more time, Uzbekistan. One, two, three. Дня Победы, этот весь концерт посвящается этому прекрасному дню, и, в общем-то, все номера и все песни, конечно, будут посвящаться Дню Победы, в том числе и фигуристы. Мы создали номера специально вот под эти все песни. Я поздравляю не только узбекский народ, всех наших соотечественников того времени, да, все страны СНГ с этим прекрасным днем. И это замечательно, что мы продолжаем традиции и обязательно должны это делать, где бы, как бы наши страны ни назывались, все равно наши дети, внуки, правнуки, все наше поколение следующие должны об этом знать, помнить. Все помнят, мы помним, чтим и никогда не забудем. Kutubaling azizlar, uch karra Yevropa, ikki karra jahon chempionlari, olimpiya chempionlari Tatyana Navka va Roman Kostomarov. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. А ты придешь, когда темно, когда в окно ударит вьюга, когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга. Да, ты придешь, когда темно. И так захочешь теплоты, не полюбившейся когда-то, что переждать не сможешь ты. Трех человек у автомата, вот как захочешь теплоты. За это можно все отдать, и до того я в это верю, что трудно тебя не ждать. Весь день не обходят двери. За это можно все любя.
Браво! Қадірлі юрташлар, хатыра ва қадірләш күніде біз албатта хамиша юртымыз тінчіліге, оның бүгіні үчін күрәшкен, өз ұмрыны, хайотыны фидо қылген азиз юрташларымыз хатырасыны ядге оламыз. Но в этот день мы обязаны думать и о нашем будущем, о нашей стране, о наших детях. Аслыда фарзантларымыз ұмрымыз мазмұныдыр. Зиро ота-бабаларымыз хам айнан манашу, келеджек авлот учун кураш олып боргенлер. Итак, встречаем детский хор Бульбульче. God has shown now, battle and sound to rest.